Вечернее платье – нетипичный наряд для этих девушек. Обычно в будни они носят форму и погоны. Но сегодня – исключение. В пятый раз прекрасные сотрудницы Управления службы исполнения наказаний по Ивановской области принимают участие в конкурсе «Мисс Уголовно-исполнительная система». За звание «Лучшие» поборолись 13 офицеров в юбке. В первый день конкурса девушки соревновались в огневой и строевой подготовке, демонстрировали навыки самообороны и уровень физподготовки. Приятно это все, во-первых, организовывать, проводить. Это сплачивает коллектив раз, раскрывает способности у сотрудников. Дает возможность отвлечься от тяжелой, скажу сразу, службы, ту службу, которую несут данные сотрудники в уголовной исполнительной системе. Это необычный конкурс красоты. Лучших отбирали, исходя из профессионализма и сноровки участниц. В финале девушки показывали свои таланты. Завершился конкурс балом. Сотрудницы УФСИН в роскошных платьях вальсировали под руку с кавалерами. Поддержать участниц приехали руководители всех подразделений службы. Корона победительницы досталась лейтенанту Александре Карповой. В ведомстве она работает меньше года. В 5-й исправительной колонии занимается социальной адаптацией осужденных после освобождения. Оформляет документы и пенсии заключенным. Помимо работы девушка увлекается фитнесом и самостоятельно изучает английский язык. Я очень рада и счастлива вообще, что я в этом конкурсе поучаствовала. Очень благодарна, что дали такую возможность попробовать себя в новом амплуа. И я надеюсь, что это будет не последняя моя победа. Теперь Александра представит регион на федеральном уровне ведомственного конкурса. Максим Серебряков, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.